который год. Знаю сам, я мультитренд, герой реклам. Ты меня не улыбнись, веселая пародия на жизнь. В выставочном комплексе Резорди открылась любопытная выставка итальянского искусства. Выставка-эксперимент под названием «Манифесто» имеет особую концепцию. Здесь каждый посетитель становится не просто зрителем, но и участником. Создатели проекта – итальянские художники с мировым именем. Их работы хранятся в музеях и частных собраниях практически во всех крупнейших культурных местах мира – от Нью-Йорка до Пекина. «Манифесто» вобрала в себя самые разные стили и жанры – необарокко в фотографиях, дендизм, поп-арт и даже видеоинсталляции. Куратор и главный вдохновитель выставки Франческо Аталини заявил, что все произведения выставляются в России впервые, а значительная часть экспонатов выполнена специально для выставки «Манифеста». Уникальная выставка продлится до 23 июня.